Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, мои дорогие подписчики, подписчицы, а также гости моего канала. Что я хочу? Я хочу показать, как можно сделать хорошие огурчики буквально за несколько, за день. Вот я открыл огурцы маринованные, они, конечно, я туда добавлял еще уксус, уксусную эссенцию, они немного кисловатые. Их есть, можно, но лучше не нужно, потому что потом желудок может разболеться. У кого там гастрит, поэтому мы сейчас будем делать нормальные огурчики. Для этого нам понадобится горячая вода и сахар. Сейчас я буду показывать. Значит, что надо? Крышку открываем. Такая вот крышечка продается. Такая, купил две крышки. Так. Сейчас я... сейчас мы этот рассол сольем. Сейчас сольем рассол этот. Здесь у меня кастрюлька есть, здесь макароны варят. Сюда и сольем. Так, шильник уберем, пока все не нужен. Так, вот здесь у нас сливаем этот рассол с этих огурцов, если вы купили. Допустим, огурцы в магазине, тоже надо слить его. Вот. Получатся хорошие огурчики. Все, слили. Вот рассол здесь, наверное, 1,5 литра остался. Сейчас мы его берем. Так, сейчас покажем все перегончик. Так, сахар здесь. Залезаем. Опять батарейка села. Ну ладно, короче, сейчас быстренько. Берем 3 ложки сахара. Раз, два, три. Размешиваем. Мне уже говорит, батарейка сейчас сядет. Снимаем с аппарата. А показывал полный. Так, и залить надо кипяточком сейчас. Эти огурчики. Все, берем и заливаем этим сладким сиропом, растворчиком огурчики. Огурцы надо залить, горячей водой заливать. Вот здесь вот у меня немного воды не получилось. То есть... Воды надо еще подлить, сейчас еще воды подолью. В общем, такие огурчики получатся сладенькие. Вот. Надо горячей воды залить, постоит. 2 дня постоит, такие огурцы будут хорошие, сладкие. Я уже тоже таких 2 банки сделал, слопал за милую душу. Даже ел просто без хлеба их, просто так. Это третий. Я в этом году сделал 4 банки, надо было... Я делал 6, я там отдал одному. А он, я думал, он домой его возьмет, а он их, они там с собутыльниками разъели. Я пускай сам солит, больше давать не будут нифига. Вот, я думал, домой жене там огурчиком похвалится. А он это, говорит, на работе съели. Соленые что ли? Ну понятно, что же они, это не... когда их это маринуешь, огурцы, конечно, кладешь больше соли для того, чтобы... Они не были пустые. Бывает, когда соли не хватает, они бывают пустые. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Вот, ну, короче, успел я сделать, потому что здесь у меня показывает батарейка, сейчас сядет. Вот. А была полная, прям написано. Полная батарейка. Не знаю, что там. А, это старая батарейка поставила, наверное. Или нет, наверное, новая вообще-то. Или старая. Нет, новая. Ну, значит, разрядилась. Прям показывал полную, а сейчас мигает красным. Говорит о том, что сейчас закончится видео. Ну ладно, я уже успел снять. Короче, так, да, понятно, да? Ну, сейчас я еще подолью воды. Я сейчас чайник скипятил, прям сюда долью. Сахару больше не надо сыпать. Вот 3 ложки сахара. Примерно на 1 литр воды. Размешайте, просто залейте эти огурцы. Настоится вот 2-3 дня.
Изумительные огурчики такие будут, сладенькие такие. Вот, но здесь ничего добавлять не надо, потому что там здесь и внизу дубовые листья, чеснок, лавровый лист, перец горошком. Все здесь есть. Единственное, что надо вот этот рассол слить и залить простой водой с сахаром. Вот. А я вот вчера открыл, два огурца съел, и уже есть неохота, потому что там они вот такие кисловатые, то есть маринад такой. Поэтому этот маринад опять показывает, что сливаем, наливаем сладкую водичку сюда, и все, настаивается там 2-3 дня, и такие будут изумительные огурчики. А, я здесь закрывал, видите, даже попки-пипки, это не срезал, просто целиковые бросал, и когда, видите, есть половинками такими бросал, потому что не все входило сюда. Ну, тоже, половинки тоже хорошо, они замариновались. Хорошо, то есть две крышки таких купил хорошие для слива, а то обычно там тряпкой какой-то там руки обжигало. Здесь можно просто открываем, закрываем банку и сливаем этот горячий. А как делал, просто брал огурцы, набивал зеленые туда, заливал кипятком на час, потом делал маринад, по-моему, 3 столовых ложки соли, 2 сахара. Вот, все это дело размешивается, делается маринад. Потом еще, когда заливаем, потом еще наливаем чайную ложку уксусной эссенции или столовую ложку простого уксуса 9%. Вот, прям полную банку и закрываем. Потом закрыли, перевернули, накрыли тряпкой, там остудело, и все. Такие огурчики. Две банки уже съел. Я вообще-то не любитель огурцов. В основном мама ела огурцы, моя любила. Вот. Но у нас еще много еще огурцов. Еще с позапрошлого года. Там, в прошлом году я 3 банки сделал, так и не съел их. Всю зиму стояли. А в этом году что-то огурцы... На огурцы потянуло. Вот, короче, такие дела. Спасибо еще за просмотр, кто там подписывается. Я там сделал более... Около 1400 роликов, может, что-то вам будет интересно. Там я и про огород, про сад снимал, про разные булки, что там выпечка там разная, может, смотреть, что там еще антенны там делал. Потом там пирамидальный солнечный нагреватель для дачи, очень полезная штука, греет воду до кипятка от солнца, в общем, не надо электричество, единственное, что туда надо... чтобы со скважины вода шла под напором, то есть насосная станция должна быть. Вот, и вода, солнце светит, вода из крана горячая льется. Даже у меня в бане есть, я там воду не кипятил в бане, а уже из крана наливался, это от солнечного, от солнца нагревался и мылся. Чуть-чуть подтопил в бане, чтобы было тепло более-менее. И все, а той водой она прям такая горячая, руку обжигает. Вот, у меня есть каркасы, может быть, кто-то хочет сделать такую же штуку, могу каркас вам продать. Там 3 каркаса я сделал, вам только останется фанеру купить, да, этот ПМД-шланг и поликарбонат. Ну, можно накрыть пленкой просто, то же самое будет так же греться. Вот, если кому надо, обращайтесь летом, может быть. Каркасы уже готовы, там они разборные, их только соединяется... саморезиками такими, и все. Кладется лист фанеры, на фанеру крепится этот, там, типа пирамида, 4 бруска, и вот на эти бруски наворачивается ПМД-шланг. Вот, крепится лента, и так вот, подается лента такая тонкая, примерно 1 сантиметр, стальная лента такая, и саморезика, жж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 
этот шланг. И все. Накрыли пленкой. С одной трубки подвели холодную воду, и с другой стороны льется горячая вода. Вот. Спасибо за просмотр. Блин, смотри, на 10 минут уже. А все бегает. Не знаю, что она так. А обычно там 2 минуты и все. Ну ладно, спасибо за просмотр. Короче, вот такие вот огурчики у нас пойдут. О, все. Спасибо за просмотр. Ты скажешь, болтал что-то. Может, кому-то не нравится. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приглашайте на чай, на кофе. Обязательно зайду.